Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. По словам администрации учебного заведения, актер лечился от коронавирусной инфекции. Неделю звезда советского кино пролежала в больнице на аппарате АЛФ, артисту был 71 год. Борис Плотников был профессором ГИТИСа и руководил художественной мастерской. За свою карьеру актер выходил на сцены МХТ имени Чехова, Театра Советской Армии, Московского театра сатиры. Также сыграл немало ролей в кино. Самым запоминающимся для зрителей стало появление Бориса Плотникова в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Артист воплотил образ помощника профессора Преображенского, которого сыграл Евгений Евстигнеев. Доктор Барменталь в исполнении Бориса Плотникова полюбился зрителям. Кроме «Собачьего сердца», артист появился в таких картинах, как «Емельян Пугачев», «Холодное лето 53-го», «Восхождение» и многих других. Также снимался в сериалах «Годунов» и «Крылья империи». Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!